Средняя загрузка средств размещения в горном кластере на сегодняшний день почти 63%. Продолжают работать популярные туристические программы, разработанные горнолыжными курортами в текущем зимнем сезоне. Также для отдыхающих в Арах-Соче доступны единые и прогулочные скипасы. Кроме того, в феврале в горном кластере состоится ряд крупных спортивных соревнований. Мониторинговые группы ежедневно проверяют объекты потребительской сферы горного кластера, в том числе отели, пункты питания и розничной торговли, ярмарки. За неделю проверено 69 объектов. Грубых нарушений не выявлено. Все недочеты исправлены на месте. Для координации туристов на горнолыжных курортах работают волонтеры. Они рассказывают о расположении объектов, графике работы канатных дорог и транспорте, который курсирует в данном районе. В местах массового скопления людей общественную безопасность жителей и гостей Сочи обеспечивают наряды Росгвардии, полиции и дружинники. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на горнолыжных курортах в норме, но все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором, продолжают действовать в полном объеме.